Вот, было прекрасно видно, как сработали посадка. Двигатели мягкой посадки. Есть, с него не возвращается здоровее, к сожалению. Поэтому вот мы видим сейчас, как вытаскивают... Так. Все, внимание на экран. Командир экипажа появляется. Наш космический рекордсмен. Олег Дмитриевич Кононенко, командир отряда космонавтов Роскосмоса. Улыбается, машет, да. Показывает пальцы вверх. Получает свои заслуженные аплодисменты. Вот его аккуратно спускают по этой конструкции. И на руках несут к креслу, где он будет привыкать потихоньку к земной гравитации. Так, немножечко обтирают, да? Как мы увидели, спиртовой салфеткой. Непоколебимая уверенность и спокойствие в глазах нашего командира отряда космонавтов. Не дернули космонавта, поэтому всегда специалисты четко за этим смотрят. Вот шланги поправляются, в специальный кармашек вставляются, чтобы... Вот, заслуженные видишь? Аплодисменты также для Рейси Дайсон. Все посадки этого полета. Ой, все знакомые лица специалистов Центра подготовки космонавтов. Да, да. Немножко. Нелегко дается. Конечно, они качаются. И ты видишь, что они хорошо себя чувствуют. Победитель международных соревнований по вингсьюит формациям. Это летающее крыло. Парашютист с огромным... Я думаю, что дети. Может, о, вот цветы подарили. Бесценные эмоции от Рейси Дайсон. Но это же цветы от Олега Новицкого. Увеличивается расстояние и в среднем от 1 до 3 сантиметров. Чуточку. Вот от Юрия Ивановича Борисова Трейси получает цветы в подарок. И также и матрешку. Матрешку.